В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. В зале заседания администрации нашего города состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования городской округ Железнодорожный Московской области. Открыл и вел мероприятие по традиции глава города Тарас Ефимов. Основной доклад представила исполняющая обязанности начальника правового управления Светлана Белова. Я обращаю ваше внимание на особо значимые изменения, которые предлагается внести в устав городского округа. Так, часть 2 статьи 30 глава городского округа предлагается изложить в новой редакции. Глава городского округа избирается советом депутатов городского округа из своего состава на срок полномочий совета депутатов городского округа, принявшего решение о назначении лица на должность главы городского округа. Светлана Юрьевна подробно рассказала о полномочиях главы городского округа, о предоставлении им ежегодного отчета о личном приеме граждан. Также изменения и дополнения коснулись статьи администрации. В частности, они затронули полномочия и структуру администрации, и полномочия главы администрации. Исполняющая обязанности начальника правового управления предложила изложить в новой редакции ряд статей устава, такие как местный бюджет, доходы местного бюджета, система муниципальных правовых актов и другие. Как отметили участники публичных слушаний, изменения, вносимые в документ, достаточно объемны. Так как в ходе мероприятия вопросов от участников не поступило, желание выступить никто не изъявил, были подведены итоги, а именно предложить Совету депутатов рассмотреть проект решения этого вопроса, а заключение опубликовать в газете «Мой город». В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном.